Свопы. Своп представляет собой одновременное заключение двух противоположных сделок, которые приходятся на один и тот же объем базовой валюты, но отличаются датами валютирования. Валютный своп называют еще овернайтом. Главной целью свопов является перенос открытой торговой позиции через ночь. На Форекс обе операции, закрытие и открытие аналогичной позиции по текущему курсу, совершаются автоматически и одним контрагентом, брокером. Свопы бывают как отрицательные, так и положительные. Значение зависит от разницы процентных ставок центробанков, отвечающих за эмиссию торгуемых валют. Когда трейдер совершает сделку по покупке американского доллара за японскую иену, то фактически получает валюту с большей процентной ставкой, а взамен отдает другую валюту с меньшей. Даже за одни сутки брокер обязан начислить проценты на используемые в работе суммы. В данном примере при открытии сделки на покупку USD/JPY брокер доплачивает за каждые сутки до момента закрытия сделки. И наоборот, если открыта сделка на продажу USD за JPY, уже трейдер будет доплачивать за каждый перенос позиции на следующие сутки. При переносе позиции через ночь со среды на четверг начисляется или списывается своп в тройном размере за счет выходных. На основе разницы процентных ставок в трейдерском сообществе возникла стратегия carry trade, которая приносит дополнительную прибыль в виде положительных свопов. Данная стратегия хорошо работает по тем валютным парам, которые имеют максимальную разницу в процентных ставках по валютам. Например, новозеландский доллар в паре с японской иеной или австралийский доллар в паре с японской иеной.